На минувшей неделе сотрудникам госнаркоконтроля пришлось потрудиться, проводя очередной этап операции «МАК». О некоторых эпизодах наркополицейские нам рассказали сегодня. В Скопине прошло задержание 38-летнего местного жителя. Багажник его автомобиля был до отказа наполнен марихуаной. На минувшей неделе рязанские наркополицейские изъяли свыше 8 килограммов наркотиков в рамках проведения оперативно-профилактической операции «МАК-2014». Так, в городе Скопине произошло задержание 38-летнего местного жителя, который являлся субъектом оперативной заинтересованности сотрудников Скопинского межрайонного отдела наркоконтроля. При досмотре автомобиля ВАЗ-21-112, которым владеет мужчина, сыщики изъяли 4 килограмма 900 граммов марихуаны. А в Шиловском районе наркополицейские при проверке оперативной информации задержали 54-летнего мужчину. В принадлежащей ему нежилой постройке было обнаружено без малого 2 килограмма марихуаны. Позднее в Касимовском районе сотрудники местного подразделения нанесли визит к 47-летней жительнице села Алешня. Тут оперативникам УФСКН в буквальном смысле пришлось заглянуть под кровать подозреваемой. Как выяснилось, хранилище для запрещенных веществ женщина устроила в своей спальне под кроватью. Там находилась кастрюля с горчичным маслом массой 400 граммов, а также пакет с марихуаной массой 1 килограмм 100 граммов. Во всех трех случаях возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Это незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Также в Касимове была пресечена деятельность настоящей организованной бандитской группы, в состав которой входила супружеская пара и двое их приятелей. Все они жители Касимова и Касимовского района. Как установлено, данные лица с начала лета текущего года осуществляли торговлю героином. Наркотик закупался в Московской области, привозился в Касимов, расфасовывался на более мелкие дозы и в розницу продавался местным наркопотребителям.